Всем привет! Понедельник радует не только началом рабочей недели, но и новостями от Донбаллон. Погнали! На прошлой неделе мы получили свеженькую поставку от американского производителя CTI. В поступлении вы найдете фольгированные фигуры и мини-фигуры на предстоящие праздники Хэллоуин и Новый год, а также на день рождения. Тыквы, привидения, елка, олень и другие новинки отлично подойдут для оформления интерьера или подарка на праздник. Агура не собирается покидать наши новости и на этой неделе представила новую линейку цифр от единицы до пятерки в размере 32 дюйма. Пока что шары представлены в двух цветах – золото и серебро, и их уже можно приобрести на сайте и в магазинах Донбаллон в Москве. Теперь перейдем к латексу, и тут нам есть чем вас порадовать. Во-первых, хромированные шары марки Донбаллон получили новые дизайны. Здесь вы найдете принты на Новый год, такие как снежинки и трехцветные ассорти с символом будущего года. А для поздравления с днем рождения появились стильные винтажные дизайны. Во-вторых, волна веселья увеличила ассортимент флуоресцентных шаров. Яркие дизайны отлично украсят собой детский праздник. А теперь поговорим о новинке, которая, на наш скромный взгляд, просто обязана стать хитом. Рады представить вам огромные банты. Каждый из них уже собран и упакован в индивидуальную коробку. Для легкого и удобного использования на обороте банта размещен двухсторонний скотч. Вам лишь остается обвязать подарок лентой, которая также есть в комплекте, и приклеить бант. Из-за нюансов упаковки на данный момент они доступны для покупки лишь в магазинах в Москве, но в перспективе мы рассмотрим возможность отправки в регионы и страны СНГ. С чего начинается сервировка? Конечно же, со скатерти. Это удобно, красиво и практично. Мы пополнили коллекцию скатерти яркими и стильными дизайнами, которые уже доступны для заказа на нашем сайте. Пакетов много не бывает, особенно таких красивых. Наши новинки подойдут не только для новогодних праздников и дней рождений, но и для того, чтобы просто дарить радость или признаться в любви. И это все на сегодня. Делитесь в комментариях, как вам наши новинки, или напишите нам, что бы вы хотели увидеть в нашем ассортименте. Не забывайте нажимать на сердечко и до скорой встречи!